Сотрудники полиции ищут нелегальных мигрантов. Рейды организовали по всему городу. Этих троих мужчин задержали на рынке. У них не было при себе никаких документов. Правоохранители доставили их в отделение, чтобы установить личности. Также полицейские в поисках нелегальных мигрантов обошли общежития, стоянки, торговые комплексы и ночные заведения. В отделы доставлено более 800 человек. Выявлено 122 административных правонарушения в сфере миграционного законодательства. На нарушителей составлены административные протоколы. Всем задержанным предстоит выплатить штрафы. Трех иностранных граждан передали сотрудникам ФМС для решения вопроса о выдворении их за пределы Российской Федерации.